Одессе на взятке попался замглавы Аведёпольской райгосадминистрации. Чиновник, как считают правоохранители, требовал от бизнесмена 30 тысяч долларов. Попался он, когда брал аванс в 5 тысяч. Будем проводить облик места падения. Покажите свои руки. На руках Николая Рудыка ищут краску смеченных купюр. Сами деньги у чиновника под ногами. 5 тысяч долларов лежали в пакете с яблоками. Купюр номиналом по 100 долларов США в количестве 50 штук. То есть общая сумма 5 тысяч долларов США. Задержанный зам главы Аведёпольского района. Деньги он якобы требовал за оформление документов на землю под овощную базу. Чиновник вимагав гроші від місцевого бізнесмена за погодження містобудівної документації на земельній ділянці площею 2 гектари. По данным следствия, всего чиновник хотел получить 30 тысяч долларов. Сам задержанный все отрицает. Говорит, яблоки его, а вот деньги подбросили. Я не имею ни малейшего отношения к происходящему. Ко мне обращался человек, который просил ему оказать помощь, консультативную помощь в реализации инвестпроекта. За взятку чиновнику грозит тюремный срок до 5 лет и конфискация имущества. Пока идет следствие, прокуратура потребует держать его под арестом. Прокуратура будет наполягать на запобежном заходе в виде тримания под вартою до направления справы до суда. Мы будем наполягать на значном размере застава. Николай Рудык – чиновник с 12-летним стажем. На нынешней должности он работает около полугода. У Рудыка есть жена и двое детей. Если верить декларации, вся семья живет на 6 тысяч гривен в месяц. Константин Гак, Константин Лужневский, 7 канал.